Ну что ж, привет, ребятки. Привет всех с наступающим. Пап. Дрова навозил в баньку. Че, Вова? Привет. А вы сколько без меня роликов-то снимали? Не знаю. По-моему, нет. Ни одного, потому что мы все время работали. А, да? Ну, давай, поснимай. Всем привет, с вами я, Вова. Все эти дни, три, я был у бабушки. Да. Как-то странно ворчит. Ворчит? Ага. Ди-ди-ди-ди-ди так, да? Блин, почему оборот-то? Я был у бабушки. Там было так прикольно, я гулял. Ну, за это все время я два раза успел погулять. Да? Ага. Сейчас мы куда поехали? Рассказывай. Ну, сейчас я сейчас подписчики угадают. Угадайте, такая зеленая, пушистая. Да. Деревянная. Снизу деревянная. И зеленая. Угадайте, что это? Даю 3 секунды. 3, 2, 1. Это елка. Мы за елкой поехали. Я ее буду украшать. Я люблю елки украшать. Вот завтра встанем с утра и будем украшать во дворе все. Порядочек наведем. Заготовки все, станки уберем, да? Я думал, вы за это время прибрались только. Мама, мы все время работали, вот не поверишь. Мама до сих пор даже на работе. Мама и вчера также долго работала. Я вчера тоже поздно с работы приехал. Ну, у бабушки было повеселее. Там Марсель, три котенка есть. Кукла говорящая огромная. Сзади нее кнопка есть. Она, что она там говорит? Сделай мне прическу там. Да? Ага. Камерой болтаешь. Давай вот так вот сделаем. Ну я ее... Вот так. Я ее просто держу за низ. Не я ее болтаю. А что, так она не будет болтаться? Не болтается, да? Да это из-за того, что едем, болтается. И тяжелая. Самый главный здесь блогер — это Вова, да? Сразу же спросил, сколько роликов сняли. Вот, уже новогоднее настроение. Ага. Еще эти выходные пройдут, и следующие выходные будет у нас торжество. Торжественное мероприятие новогоднее. Кстати, пап, а знаешь, что я хотел сделать? Что? Я, короче, вышел 100 лет и хотел Машу там чуть минутку посмотреть и сделать открыточку. И потом ты меня позвал. Потом домой приедем, я покажу эту открытку. Я ее еще не начал делать, но я все подготовил. А, нет, я даже чуть подготовил. Я только начал подготавливать, начал... Только начал бумагу вытаскивать, и ты зашел уже. А я это, к бабе за тобой ездил. Приехал к бабе, а там никого нету. Обратно гоню из деревни. И смотрю навстречу, дядя Дима с бабой едут. Я развернулся и за ними гнал все время. А туда приезжаю, и они сказали, что они тебя вот домой сейчас только увезли. А я думал, ты с ними катаешься. Гонял за тобой, папка. А если бы я был бы еще чуть-чуть, то ты бы за мной приехал. Да. А, это камера болтается. То, что что-то отходит. Да? Да, вот тут вот. Это розовая штучка. Считается она. Значит, покороче палку сделай и это за руку.
хорошо, весело всегда. Всегда интернет был на ноутбуке там. Всегда был, да? Ты там мультики смотрел? За елки поедем, Вова? А, не знаю. Повыше, подними повыше камеру, чтобы дорогу всем было видно. Куда, говоришь? Я помню, вот я с мамой куда-то ехал, и мы видели, елки куча продают. Куча? Да, и я не помню, где это. Но это было недавно. Сейчас мы с тобой найдем эту елочку, приедем. Сегодня ее пока установим. Гирлянды у нас все готово. Да? Где? Дома мы же купили с тобой, помнишь? А, точно. А те игрушки? Игрушки тоже у нас в гараже. В гараже, да. Завтра достанем. Знаешь, что еще надо достать завтра? Что? Снегокат голубой. То, что бабушка попросила, чтобы... Я через 3 дня еще раз к бабушке поеду. А-а-а. Мне туда нужно идти, как там? Мне нужно туда идти взять с собой. Снегокат этот. Ну поедешь, что возьмешь снегокат? Так-то и же надо приготавливать снегокат. Завтра приготовлю. То есть 3 дня это не так уж много. Что-то камера. А, это не камера. Это окно что-то. Но окно запотело. А, запотело? Почему запотело? Если не жарко. Не. Машина такая. А, сама же... или потеет, или ей холодно, или жарко. Кстати, надо новости сказать. Новость. Ну там про котиков там. А, что ты мне рассказывал? А ты забыл? Нет, не забыл. Ты вот так вот, подожди. Ну, что-то реально плохо видно. Вот так держи. А так лучше? Да, ну. Короче, новости. Кошек лучше сильно не бесить, если они на улице много гуляют. То, что они вас могут цапнуть, это будет больно, а потом я скажу сам, а потом я еще расскажу. Кошки вот такие вот выглядят безобидные, такие вот нормальные, красивые. Они не могут насмерть там убить тебя. А на самом деле у них под ногтями есть грязь, если они гуляют. Я думаю, они на улице это все видели, и это правда. Ну, я так думаю, то, что они на улице от своей виды. Всякую грязь, которая может тебя убить. И вот, если кошки тебя поцарапают, они могут на улице от своей виды. То что будет? Могут убить тебя насмерть. А если у вас кошки не гуляют, а если у вас кошки маленькие еще не гуляют там на улице, когда вам повезло, вы можете их бесить там. Блин, здесь где-то продавали ее. Раньше. Раньше? Но. Ну ладно, давай съездим дальше. Ой, боже, тихо. Камера болтается. Выше подними было. Видели дорогу. Слушай, нифига, а что, не продают сейчас, что ли, здесь? Вот раньше, помните, да, в прошлом году мы вот здесь купили?
кто с нами был, присутствовал? Я не помню. Да, да. Мы еще заказывали газель, по-моему. Да, точно помню, не газель, а я поймал мужика просто, мимо проезжал, дал ему 100 рублей, и он мне довез. Ну, может, не 100, сколько-то ему дал. Такой хороший мужик. О, вот они, елочки. Где? А, вот они. Туда. Они сюда переехали. Наверное, там было не такое же место. Что, пойдем? Выбираешь сам. Вместе с камерой. Ну давай. Все, уходи. Только я тебе сам потом дверь открою. Ага. Елочки тут. Ну да, подойдешь. Нифига себе, елки много. Тут они большие. Маленькие есть. Так, это вот, наверное, нормально. Пап, наверное, эту возьмем. Ты маленькую хочешь, что ли? А что? А ты большую хочешь? Я думал, мы во двор поставим большую. А, во двор? Ну, давай во двор выберем. Во двор, наверное, вот эту вот. Ну-ну-ну. Вот эту во двор? Ну, она ведь такая высокая. Ну, или эти... А, пап, мы... Да не, это... Пап. 1300 много, тетка. Ну, за косарь забирай, все. Меньше его, не отдам, потому что там они... Ну, 4-1,5 приезжают. Ну, просто видишь, кто-то... Кто-то во двор, кто-то может быть, кто-то приехал. Не-не-не. Пап, и... а мы дома не будем елку ставить? Ты, так я думал, во двор мы будем ставить или это, дома? Ну, давай во двор. Точно во двор? Ну, давай. Во двор, то она у тебя такая большая-большая, если нарядишь. Ну, слишком... Сляжется же, да, у нее эти? Пап, ну эти вот елки мы не сможем с собой взять. Тепло будет, да. А, не будет тепло. Ну нет, сейчас она вот тепло всю неделю обещает. Ну, ну, ну. Потому что сейчас, я тебе говорю, вот их привезли, как бы вот она... Это елки. Да выглядят как просто зеленые какие-то штуки. Видишь, у меня нет такой тоже. У меня нет такой тяжести. А, нет. Снег лягет. Они какие-то желтые. А это такой тоже не расправит. Вот такие ветки-то, вот такие толстые. Это поезд. Нифига. Бедные елочки. Наверное, вам-то не видно. Не, ну чуть-чуть видно. А, тут еще елки. Что? Да тут еще елки. Ну. Ну, мне что-то реально вот это понравилось. Это? Да. Сколько? Ой, низко держал. Мне тоже это стать понравилось. Вот это красивенькая, да, такая? Да, такая красивая. Кстати, а на камере это, не... это выглядит как зеленые штуки. Ну. Ну, давай, Вова, пока половим свою съемку и рассчитаемся.